Здравствуйте. Сегодня давайте рассмотрим тему, как быстро поставить панель управления на рабочий стол, если у кого она не стоит. Итак, приступаем. Правой клавишей мыши на свободном пространстве рабочего стола щелкаем. Персонализация. Переходим влево, темы. Переходим вправо, параметры значков рабочего стола. Переходим влево и проставляем галочки напротив тех ссылок, что нам необходимо поставить на рабочий стол. Нажимаем потом «Применить». Окей. Необходимые значки появятся на рабочем столе. С вами был канал «Все своими руками 36». До свидания.